Так, ну что, посмотрите, какие красавицы, почти близняшки, но одна из них мама нашего Нептуна, а вторая бабушка нашего Нептуна. Но различить их очень тяжело, даже хозяева, конечно, различают, но не сразу. Вот такая вот мама, вот такая вот бабушка. Сколько им, кстати, по возрасту? Так, Луниш 4, а Тини 6. Вот, ну выглядят они, конечно, как щенки. Мы вас хотим познакомить с шикарным красавцем Туй-пуделем абрикосового окраса, которому скоро исполнится 3 месяца. Дома его зовут, расскажите как, Вилли, а по документам малыша зовут Евелин. Евелин. Малыш в продаже. Маму и бабушку, вернее, мама, это бабушка, да, Нептуна, да, получается, вы видели. Папа у него красный. И вот такой замечательный малыш, документы РКФ. Продажи. А это у нас девочка абрикосового окраса. Ей практически 3 месяца. Она успешно прошла актировку клуба, имеет тату в паху, документы РКФ, зубочки 6 на 6, ножнички, все идеально прекрасно. Такой абрикосик, мама абрикосовая, папа красный. Малышка в поисках своей самой лучшей семьи. Зовут ее Ельвина. Ельвина. А дома Елечка. Вот такая вот мышка. И еще мы хотели рассказать, что эти две девочки, красавицы, которые одна из них является дочерью, а другая мамочка, а также это мамочка нашего Нептуна и бабушка нашего Нептуна, чемпионки, вот такие вот маленькие туй-пуделяшки, закрыли юного чемпиона России, юного чемпиона РКФ, и одна и другая. Вот такие вот красавицы. И сейчас у красавицы Тины в продаже есть вот такая вот абрикосовая, держу, держу, дочуня и сынок, который ищет своих владельцев.